Также сказано то, что Йаум аль-Кияма, в судный день, Коран юдафиу ан сахиби. Коран будет заступником за того, кто его читал и жил по нему. Как приводится в Фис-Сахих, достоверном хадифе, تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فريقان من الطير الصواف تحاجان عن صاحبهما. В судный день придут две суры. Сурат Аль-Бакара и Сурат Аль-Имран. Подобно двумя тучи. Будут похожи на две тучи или на две стады птиц. На две стаи птиц. На две тучи похожи будут или похожи на две стаи птиц. Будут защищать именно заступничество, заступниками за того, кто их читал. То есть, представляете, Сурат Аль-Бакара и Сурат Аль-Имран. Они придут в судный день похожи на две тучи или похожи на две стаи птиц и будут защищать этого человека, будут проявлять заступничество за него. Также сказано в хадисе, то, что Коран будет говорить: «Я Рабби, манаатуху наума филлейл, фашафи'ни бих, вайкулу сиям, манаатуху анил акли ва шурби финнаха, фашафи'на бих». То есть пост тоже заговорит и скажет, пост ураза, заговорит и скажет: «О Аллах, я ему запретил кушать, пить днем, дай ему заступничество через меня». Также Коран скажет: «Я ему запрещал спать ночью, он читал меня, сделай так, чтобы я был заступником за него». То есть, если даже, например, человеку скажет «саракт», то есть ты, например, что-то украл, тогда уже Коран будет за него заступничать. То есть человек не сможет «ля исмаа илля хамса», то есть все будут говорить шепотом от страха перед Аллахом, субхану та'аля, не знают, что ответить на это, и Коран за него будет просить Аллаха, субхану та'аля. Поэтому сказано, опять же, в Манзуме Шатаби, «юнашидуху фи ирдаи ли хабибихи». То есть Коран, он сильно будет проявлять заступничество за своего любимчика, то есть за того, кто читал его. Он будет говорить, ему скажут: «Ты украл этот Коран», скажет: «Аллах, прости его. Аллах, субхану та'аля, дай ему защиту через меня. Аллах, субхану та'аля, дай ему ашшафа'а, именно заступничество через меня». Поэтому, субхану, великое. Коран, как говорится, говорит ученые, даже если ты его забудешь, он тебя не забудет в судный день. Поэтому, «Икали ли кари ла Коран», если ты жил, брат мой, сестра, и читал его, и жил по нему, и изучал его, скажут всю Корана в судный день. В хадисе сказано: «Икра, вартаки, вараттиль кама кунта тураттилу фид дунья, фа инна манзилатака инда ахири аятин такрауха». Читай и возвышайся. То есть, вы знаете, рай, он дараджат. Ми это дараджа, сказано, 100 степеней вверх. Нар ад-даракат, огонь джаханнам, пускай Аллах всех нас с вами обережит от огня, скажите амин. Ад джаханнам, он вниз. Поэтому он вверх, самая высшая, лучшая степень фирдаус. Да Аллах, чтобы мы все с вами были вот эти, кто сейчас нас слушает и кто с нами в эфире, и все мусульманы, альхамдуль, были в фирдаусе, иншаллах. Все наши близкие, братья, кого мы любим, альхамдуль, чтобы мы все были в фирдаусе, иншаллах. Я раб, амин. Поэтому, чтобы лики вот это, чтобы мы, лица, которые сейчас смотрят этот эфир, иншаллах, чтобы они не были опечалены в судный день, а были, иншаллах, возвышены в райских садах, в фирдаусе. Поэтому самый высший фирдаус. И по степенам будет подниматься, читать Коран. И Аллах, субхану та'аля, будет говорить: читай и поднимайся с каждым аятом, который ты читаешь. Читай подобно тому, как ты читал в дунья, то есть в мирской обители, и с каждым аятом будет читать, например, «Альхамду лиллахи раббил аламин», поднимается «Ар-Рахман ар-Рахим, Малики яумиддин», и с каждым аятом «Фа инна манзилатака инда ахира аятин такра», а твой дом, постоянное место пробивания будет там, на том последнем аяте, которым ты остановишься. Поэтому сколько ты его, чем больше ты его читал, тем больше будешь ты возвышаться в судный день. Поэтому, уважаемые братья и сестры, каждый из нас, ихрас, то есть мы должны как бы быть бдительными, чтобы у нас каждый день с вами был, с какое-то время мы проводили с Кораном, каждый день. Сейчас в Рамадан это хорошая площадка от этого оттолкнуться, и так на протяжении жизни, час, полчаса, 10 минут, 15 минут, 2 часа, одну страничку прочитать, две странички, один джуз, два джуза, три джуза, пол джуза, кто сколько сможет, по мере возможности, ну, чтобы каждый день именно было у него вот это вот, как бы, аль-джальса ма'ан Коран, вот это вот собеседование с Кораном, чтобы он сидел, читал, размышлял над ним, чтобы также, ихрас, также каждый из нас должен, уважаемые братья и сестры, быть бдительными и стараться, чтобы этот Коран оставил след в наших сердцах, оставил след в наших молитвах, чтобы наши молитвы не были на автомате, а именно, чтобы он оставил след в наших намазах, в нашей еде, в нашей семье, иншаллах, и во всех наших делах, чтобы оставил эфир, чтобы оставил, иншаллах,
некий такой благой свет, иншалла, и след. Барак лафикум, ваджазакум лахаир. Пускай Аллах Субхана примет от нас и от вас наше поклонение, наши посты.